У наших восточных соседей гремят фейерверки, все красным красно от фонарей, на столах мандарины и печенье судьбы. Похрустеть и узнать будущее – прекрасный ритуал, который несложно исполнить в дни празднования восточного Нового года. Полстакана муки, полстакана сахара, немного соли, воды и растительного масла. Все, что нужно для магического теста. Суть заключается в том, что изначально оно должно быть мягкое, мы его должны сложить, придать форму. А потом мы уже должны его высушить, чтобы она получилась хрустящей, чтобы сама печенька, мы ее могли разломать, достать. Начинаем с того, что мы отделяем белки от желтков, нам понадобится 2 яйца. Такое тесто заводили в Китае не только чтобы гадать, но и чтобы прятать секретные записки. Благодаря им, по легенде, удалось поднять восстание и привести династию Мин на трон. Сколько воды утекло с тех пор, а рецепт сохранился. Масло – последний компонент и к выпечке заготовок. Для того, чтобы они не пригорали, лучше использовать тефлоновый коврик, как у меня, или силиконовый. На крайний случай можно использовать пергаментную бумагу, но тогда лучше добавить чуть-чуть побольше масла, чтобы точно ничего не прилипло. Едва лепешки подрумянятся, нужно достать их из печи, обрезать край, спрятать записку, пока они тепленькие, снова в духовку до хрустящей корочки. Все, наше печенье остыло, готово. Теперь раскладываем его. Что будет дальше, тут гадалки не ходи. Будет вкусно. Чтобы вам нормально осталось. Пополнение в семье. Есть еще один эксперт, который может оценить китайское печенье судьбы. Гостья из провинции Сычуань приехала во Владивосток, чтобы встретить Новый год. Вы будете очень успешны в бизнесе. Добрые слова – то, с чего нужно начинать год, на каком бы языке они ни звучали. Поздравляю всех с Новым годом! Желаю хорошего здоровья, успехов в учебе, в работе и семейного счастья!